Приветствую всех подписчиков гостевого канала, с вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня возвращаюсь к боксу Silver ADS. Просили рассказать, что такое бонусная реклама. Значит, зарабатываю я здесь на просмотре сайтов. И здесь вот одно видео. На экран я не лезу. Так, кликаю в ADS. Вот эту я рекламку все просматриваю. Здесь некоторые бывают недоступны как бы. Почему-то. И вот бонусная реклама. Вот она. Значит, что это такое? Это, друзья, короткие ссылки. Значит, смотрим. Кликаете. Я не буду просматривать эту короткую ссылку. Вы, если хотите, пожалуйста. Я терпеть их не могу. Проходите короткую ссылку вот эту. Сейчас она вот закрутится, да? Как пройдете вот эту короткую ссылочку, вы возвращаетесь, разгадываете капчу в данном случае, да, перевертыш. И я не просмотрела. Видите? Так что я ее закрываю. И это я закрываю. И вам будет зачет. Это вот здесь 1, 2, 3, 4 рекламки. Короткие ссылки. Я терпеть их не могу. Мне хватает этого. Понятно, да? Ну и давайте я заодно выведу свои копейки. Раз я уже сюда зашла. Вот у меня тут мой баланс. Кликаю вывод. Здесь вывод. Можно вот здесь вывод. Как бы, да, сделать. На паузу пей. Так, ну что мне? Так, кошелек. Не забываем в настройках прописать. И я кликаю Submit. Все, мои монеты улетели на Faucet Pay. Если зелененьким горит, значит все шикарно. И я что? Надо обновить страничку. Сейчас обновим страничку. И что у нас? Видим. Silver ADS. Нет, Litecoin PTS. И что у меня здесь? 19 000. Ой. Да, 19 074. Лайткоин Сатоши. 6 мая. Платит инстант. Все шикарно. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.